Всем привет! Сегодня у нас будет интересный обзорчик на очередного героя вкачанного на 12.12. Я на десятке, честно говоря, не смог сделать обзор. Перекачал немножко героя. Это будет у нас сегодня Триантик. Вот такая вот сборочка 12.12. 8.8 оживления. Он был ремочным, но я ему прокачал оживу. Ремка у меня стоит рунами. Артефактик, медаль, доспех, со звездиями, вот такая вот сборочка. Так, ну, давайте посмотрим разницу изначально. Почитаем про героя, что он дает. Так, вот наше дерево. Смотрим десятка. На десятке уменьшает на 50% получаемый урон 6 дружественным героям на 5 секунд. Во время боя временно оживляет 5 героев и с 70% здоровья. Кулдаун 6 секунд. Каждый герой может быть оживлен только один раз. И работает это оживо только в атакующих режимах. Уменьшение получаемого урона во всех режимах. То есть он в защите у вас не резает. Если бы он резал в защите, это был бы очень имбовый герой. Так, ну теперь смотрим на 11. Разница у нас получается уже не 6 дружественных целей, режет урон на 50, а уже 7 на 6 секунд. И кулдаун потом резает 6 героев 70% здоровья, и уже кулдаун у нас совпадает, получается, с защитой. То есть фактически он все время, когда он будет жив и будет включаться его скилл, будет резать. Точнее, не резать, а давать уменьшение урона. То есть без всяких кулдаунов герои всегда будут под защитой. И на 12-м он уже на 60% режет получаемый урон. Резает также 6 героев, но 75% жизни у них при ресе будет. Ну, обликов пока у него нету. Давайте посмотрим на его статы. Что он из себя на максималке представляет. Так, ну, по атаке, честно говоря, атака ему там без особой какой-то надобности. Самая основная его задача — это резнуть и дать защиту. Жизни у него, как видите, не очень много. 109 тысяч родной, плюс там еще и за счет просвета и рун 150. Ну, в районе 160-170 тысяч у него получается на максималке. В принципе, это не очень много. Поэтому я ему качнул оживу. Была ремочка, но я все-таки качнул оживу. Он всегда резается со 100% жизнью. Это очень хорошо, это очень заметно стало. Ремка стоит рунами, артефакте стоит медаль для понижения урона. И для него самая топовая чара — это доспех, который дает еще дополнительно 25% здоровья. Все остальное, что я на нем тестил, честно говоря, там хранитель леса, оно все не зашло. Вот это реально самый топчик. Ну и, конечно же, там уклонение. Я, честно говоря, не заморачиваюсь над ним, мне его хватает пока таким. Потом попозже переролю. Так, ну что, идем посмотрим на него в рейде. Сейчас мы по одному повыпускаем героев, и вы увидите как бы всю разницу. Сейчас их посливают. Так, и хранителя кидаем. Все, вот всех моих героев добили. Выпускаю дерево. Оп, и как видите, все полностью герои резнуты. Ну все, второй раз уже оно не резает. Так. Так. Сейчас мы их оживим. Где его можно применять? Где оно реально очень кайфово заходит? Ну, во-первых, как вариант, это подземки. Подземках давайте сейчас мы
Сразу же затестируем. Жестокая. Так, есть. Ну, выпускаем Ронина, Купидончика, Ворожея, Хранителя. Ну и Вальку. Так, вот мы выпустили. Ну что, мы тут так затащим даже? Да ладно. %95, ребят. Это как раз одна таблеточка осталась. Ну, смотрю, Ронин там не особо убивается. Жесть просто. Так, ну, смотрите, сейчас мы там завалим. Вот мы его выпустили, оно резнуло героев. То есть, как вариант для добивания дополнительного. То, что надо. Так, с этим решили. Где его еще используют? Очень оно эффективно показывает себя в забытой. Сейчас мы проходим. Вот эта пачка. Давайте сразу так вот кинем. Вот оно дало даже защиту нам дополнительную сразу, как видите. Вот оно треснулось, и сразу все мои герои ожили. То есть от этого как бы, ну тут пачка не топовая, не полностью собрана, но опять же, видите, затащили без проблем. То есть в забытой битве, если вы атакуете в атакующем режиме, она очень реально кайфово смотрится, вот это дерево. Потому что оно резает. Есть просто, конечно, нюансы, когда оно не всегда успевает треснуть, но в большинстве случаев оно реально очень помогает и спасает пачку от слива. Так, давайте не будем особо, у меня тут они не особо расставлены все. Пытаемся на этой неделе взять топчик. Вот Купидончик дал нам атаку. Вот оно резнулось. Вот видите, Рину снял ему энергию, мы просто не успели резнуть полностью всех героев. Думаю, ничего страшного у нас. Ничего себе. Да ладно. Сейчас вам Фрейя покажет, как надо воевать. Так, есть. И тут, думаю, без проблем мы справимся. Тут Лео, конечно, неповторимо. Так, обновим врунишка. Ну давай посмотрим. Вот видите, оно сейчас реально очень хорошо живет, благодаря тому, что у него доспех стоит, он дополнительно дает. Да, не успели его убить. Дополнительно дает жизни, можно также в кубок его поставить, еще будет даже лучше. Так, ну тут мы тоже без проблем затащим. Есть. Икарус какой-то, ну давайте его затащим. Вот сейчас его убьют, и оно реснется полностью, вот с полными жизнями. Правда, вот не успела реснуть, видите. Ну, сейчас реснет. Ну, включайся. Как-то непонятно, включилась, не включилась, слилась. Ладно. Так, тут у нас Некрос.
Некрос против Фреи. Ну, смотрите, что Фрея может. А она реально может. Ей не страшны некросы. Ну а тут уже мой некрос будет сейчас трешовать. Вот Лео дала. Вроде как бы вовремя дала, но видите, слились. Ничего страшного. Так, ну кто тут у нас еще? Ну давайте вот этого вызовем. Ну, дает 60% на 12-ки, это я вам скажу немало. Это реально очень хорошая прибавка. Если взять еще Гаргула, который тоже будет дополнительно давать защиту, ну, я думаю, это будет, надо будет протестировать. Так, хорошо. В лабиринте в атакующем варианте тоже очень неплохо заходит. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас. Тут у нас пачки, конечно. Давайте возьмем пару таких героев, каких-то интересных. Лео. Хранителя. Ну, давайте так попробуем. Ради теста. Вот такая против нас пачка. Вот Лиди Лео ударила. Да, как видите, мои герои без этого могут слить. 3 на 9. Ну, сейчас еще попробуем. Тут, конечно, все боты на первых этажах. Вариант, конечно, протестировать. Ну, здесь в атакующем режиме очень офигенно себя показывает. Ну, может, эта пачка сольет или нет. Нет, тоже слить не может. Ну, я думаю, и так все многие используют, и так вы знаете. То есть здесь можно королевская битва аналогично на отбивание алтарей. Можно использовать дерево. Если у вас есть какие-то там проблемы с прохождением, можно. На волнах там пришествия дефные варианты нет. Дерево, самое основное его использование сейчас в битве гильдии, это на, точнее, в битве замков, на битве гильдии используют, ресает полностью героев, то есть на добивание очень кайфово заходит. Сейчас самые востребованные герои, особенно у тех, кто много не донатит, очень часто его используют, и оно там себя показывает самым лучшим образом. Также можно использовать в новом нашем режиме пустынные руины. Оно ресейт героев, то есть очень хорошо там себя показывает на лаве. Обязательно должно быть дерево, которое реснет всех, а желательно даже и два. Тогда шанс очень велик, что вы просто не сольете из-за того, что по времени, из-за того, что ваших там половина героя умерла и не вовремя были реснуты. Еще используют на архидемоне, но у нас пока его нету. Надеюсь, будет интересный архи, смогу вам показать. Думаю, до утра он будет. Тоже очень неплохо там себя проявляет. Ну так, в принципе, больше как бы применений там на атаке фортов используют. Тоже кайфово смотрится, дает деф и ресает героев вовремя. Вариантов использования очень много. Вроде старенький герой, но востребованный. На любом аккаунте он должен быть прокачанным. Вот такой вот обзорчик. В принципе, все, что надо, показал. По талантам ему подходит либо Ажива, либо Ремка.
Одно из двух. По созвездиям однозначно только доспех. Можно хранитель леса ставить, но хранитель леса как-то мне не понравился. Доспех намного ярче. Ну, в принципе, все. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кого вам следующего сделать обзор. Всем пока!